Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Кто еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста, поддержите лайком. Будет очень приятно. Итак, если у вас телефон Xiaomi, я вам особенно рекомендую установить Google камеру. Например, у мужа Мэйзи, на Мэйзи она не пошла. Вот так она у меня выглядит в настройках телефона, версия 7.2.18. Из всех протестированных мной это самая, на мой взгляд, лучшая, поэтому я выбрала ее. Для ее установки не требуется разблокировки загрузчика, просто загружаете, устанавливаете ARK файл и все, который в описании, кстати, я даю ссылочку. Стоковые камеры в Xiaomi 7, 8, 9 одинаковые практически. Это я уже сравнивала среди знакомых, друзей. И эти стоковые камеры не очень хорошие в телефонах Xiaomi по сравнению с Google камерой. Зато оптика в телефонах Xiaomi стоит просто замечательно, и Google камера может работать на этой оптике прекрасно. Итак, это у нас мы открыли Google камеру. И сейчас мы сравним фото, сделанные на стоковую камеру и на Google камеру. Xiaomi. Переходим теперь в стоковую. Картинка красивая, яркая, но получилось, видите, мыло. Посмотрим, что получилось у нас в Google камере. Раздвигаем, все четко, ярко, детализация. Прекрасно. Еще раз вернемся в стоковую. Да, это мыльцо. Это без вспышки. То была фоточка со вспышкой. Это без вспышки. Теперь несколько ранее фоточек, сделанных на улице. Это у нас все те же листики. Стоковая. Google, это я из галереи уже включила. Запись экрана, фотографии. Так, теперь переходим к улице. Это стоковая. И Google. Это вот на яркое окно сделана фотография. Это была стоковая, это Google. Мишка. На Google. Это стоковая. В стоковой я увеличила насыщенность. Это опять у нас Google. Ничего не изменилось, тот же Мишка. А это я уменьшила насыщенность в стоковой. То же самое мыльцо. Так, это у нас стоковая. Да, видите, забора вообще не видно. Все слилось, никакой детализации. Это у нас Google. Конечно, не передать так, как на настоящие фоточки. Это я сделала, как я уже говорила, запись экрана. Теперь домик. Так, обратим внимание на крышу. Черепок на крыше замылился. Не видно. Он слился. Теперь Google камера. Видите, черепок уже лучше видно, яснее. Другой домик. Давайте на кирпичик внимание определим. Вот каждый кирпичик почти виден. И стоковая опять у нас. Все смылилось, слилось. Почти. Георгий Победоносец у нас, сокрушающий змея своим копьем.
Уже весь в мыле, ни уздечка не видна, ни седло. Это у нас Google камера. Вот обратите внимание, уже и уздечка просматривается, и седло, и сапог. Так, бегемот. Обратите внимание на рельеф, который на бегемоте. Вот все видно. Это у нас Google камера теперь. Это стоковая. Все смылилось, слилось. Рельефы на бегемоте не видны уже. Дальше пантера. Это у нас стоковая. Это Google. Фоточка это вблизи. И тоже вблизи бык. Стоковая. Это была Google, это стоковая. Видите, различия есть. Значит, теперь обратите внимание вот внутри на детализацию. Это стоковая у нас. Это Google. Какой слоник прекрасный. Прям шедевр. Так, значит, киска у нас на стоковую. Киска на Google. Видите, уже усы видны. И каждый волосок уже просматривается. Там усов, кстати, не было. Тоже у нас стоковая вот эта. Сейчас вместе с вами я скачаю ARK-файл Google камеры. Но прежде чем скачивать, нужно обязательно удалить предыдущую версию. Также в системе очистки обязательно удалите загрузочный файл. Если у вас Redmi 9, смело ставьте восьмерку. Тут мы видим восьмерки, семерки, шестерки пошли. На мой Redmi 7 пошла семерка, идеально. Восьмерка установилась, но она не работала. Был темный экран. Ну, она там, конечно, навороченная, супер-пупер. Крестики там какие-то на экране. Вот она моя семерочка, 7.2.18. Нажимаем. Нажимаем ОК. Ничего не случится, не бойтесь, 3 года я пользуюсь этой камерой, да еще и разные устанавливала. Опять же, не забудьте просто удалять загрузочные файлы в системе очистки Xiaomi. Итак, тут пишут, специальных прав доступа не требуется, нажимаем установить. Что у нас здесь есть? Открыли мы ее. В отличие от шестерки, у нас здесь появляется ночная съемка. Режим портрет. А вот в шестерках мне больше нравится режим портрет, чем в семерке, но качество на основную камеру все равно лучше в семерке, чем в шестерке. Нажимаем еще. Так, теперь у нас вверху мы вот нажали. Теперь нажмем настройки. Видно, что HDR Plus у меня установлено в настройках. Итак, что еще у меня здесь в настройках? Тут оно, в принципе, все уже настроено, поэтому еще подстроить под себя чуть-чуть надо, и все. Внимательно читайте, смотрите, как у меня. Вот разрешение камеры исходное. Убрать зум в режиме портрет я сделала. Качество HDR+, тоже исходное.
стабилизация видео и электронная, и оптическая. Внизу даже есть Developer Settings, настройки для разработчиков. Еще раз повторюсь, все знакомые, все у кого Redmi, все установили эту Google камеру, не жалеют. Вот сразу из приложения сразу мы попадаем. Можно подстроить, настроить цветность. Но лучше это делать в галерее, в Google Фото, вернее. В приложении Google Фото открываем это фото, и там лучше делать настройки цветности и все такое. Теперь прямо из этого приложения можно послать, поделиться вашим файлом. Ну что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!